Дисклеймер. Привет, я Трид. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Амори. Чего? Амори? Данные же удалились. Какого хрена? Да, так и было. Я захожу в игру, и там вообще все стерто, все на английском. Русификатор не установлен, вообще ничего. После чего проходит время, я прохожу другие игры, чтобы восстановить данные. Ну там, где побыстрее будет это все пройти. Потом захожу сюда, бац. Мне пишут облачная загрузка, я такой, чё? И вылетает игра, я такой, захожу второй раз, а там все данные восстановлены, прикинь, все сохранения, язык, вообще все. Я такой, как? И почему здесь только? Ну, нет, нет. Но в любом случае восстановилось, и хорошо на том, подожди. А что нам делать-то надо, я уже совсем забыл. Ну, я не знаю, давай куда-нибудь пробежимся, там у нас чувак с усами, который говорил, кроликов надо побеждать. Насчет усов не уверен, но про кроликов точно. А есть еще что-нибудь? Я вот просто не помню. Эй, это мой потерянный мяч улетел сюда. У вас есть какие-нибудь другие дела или что? А, не сюда улетел, но я не знаю тогда, нет. А где его искать, слушай? А, я вспомнил, нам же говорили идти наверх. Да-да-да-да-да-да-да. Там на лестнице. Ну ты сам виноват. Я тебя не хотел трогать. Но это кроличья жопа сама напросилась. Не, ну урон довольно-таки много наносит. Эй, и ты мне наносишь. Урон довольно-таки много наносим, так что нормально должно быть. Так, хорошо. И далее то же самое проделываем. Ну и уже в целом можно делать суперудары, потому что... Ну, а почему нет, правильно? А вот, кстати, мяч. Этот ему отдайте, может он от нас отстанет. Так что, мы его выиграли, не? До сих пор нет. Сколько у тебя здоровья? А, ну уже совсем чуть-чуть осталось. Хорошо, потому что он как-то, ну, слишком много держится. Все, отлично. Да-да-да-да-да. Угу. Опыт, гребешки. Здорово, я пока не нашел, куда это все тратить. Ну ладно, пускай у нас пока полежит. Вроде вниз надо идти. Вот здесь скамейка. Нет, это не туда, мы пошли. Сейчас вниз обходим и идем к лестнице наверх. О, кто-то арбуз расчленил. А, это мы, я вспомнил. Так, вот попугай, хорошо, и выход наверх. И знаешь что, я даже, наверное, сделаю звук немножко тише. Все, то я так совсем оглохну. И все. Так, возвращаемся наверх. Плохо, конечно, что наушники, конечно, хорошие. Звук идеальный, но, блин, то, что кнопочки регулировки звука нет, это прям вообще кошмар. Так, подожди, а мы сюда идем? Да, я понял. Да, у нас есть другие дела. Раз у вас другие дела, могли бы просто сказать. Буду ждать на площадке. Жди. Берли покинул вашу команду. Переживем как-нибудь. Нам сейчас не до этого. Тут человек пропал? Или кто там бейзил у нас? А он тут выпендривается сидит. Так, друзья, мы туда вообще идем? По-моему, лестница была прям вверху. А не то, чтобы здесь с этой стороны. Так, а ну-ну-ну-ну-ну. Да, по-моему, вверху было. Тут у нас вроде еще карта была, но она какая-то странная, либо она не для этого места. Так, это пляж вообще, это вообще не то. Хотите построить песочный замок с друзьями? Ну давай, почему нет? Ага. Ага. Так и что? Все? Понятно, это вообще нам ничего. О, опять эта хрень была. А ты боишься утонуть? А типа есть те, кто не боятся утонуть? О, подожди, а что за щупальца? Так, давай посмотрим, что будет. Или лучше не смотреть, что будет. А, вообще ничего, понял. Просто нас попугали слегка и все. Но я не понял, где лестница? Я помню, лестницу мы прям вообще легко нашли. Может, все-таки реально через карту посмотреть. Ай, ну что из этого карта вообще? Закуски, важное, наверное, вот. Нет, это вообще не то. Игрушки, я сомневаюсь. Снаряжение, нет, это тоже не то. Какая-то клавиша клавиатуры, это вроде тоже нет.
Ладно, это я уже совсем забыл. Давай пойдем в левую сторону. Ну, потому что справа я очень сомневаюсь. Ну, кто с правой стороны ставит лестницу? Это глупо. Но и у таких вот цветов огромных я тоже не помню. Хм. Да, пауки какие-то огромные. Этого точно не было. Ты боишься пауков. Да что я всего-то боюсь-то постоянно, а? Ну, значит, с правой стороны, хотя это странно. Хм. Кстати, камень выглядит подозрительно. Не, это обычный камень. Хотя выглядит он подозрительно. Куст тоже странный. Обычный. Ну, допустим. Ладно, ладно. Так, пошли с этой стороны глянем. О, вот опять следы крови. Значит, это все-таки Базил тут. Стоп. Вы реально с правой стороны? Помни, что сказала Мария о море. Ты сильнее, чем думаешь. Не волнуйся, мы будем прямо за тобой. Если упадешь, мы тебя сразу поймаем. Кил, не пугай его. Ты не упадешь о море, обещаю. Ты меня недооцениваешь. Ну а зачем тут руки? Я же сказал, что я не боюсь. Так, руки от меня убрали. Молодцы. А ты больше не боишься высоты? О, это так просто. Так, блин, я знаю, что мы не просто... Что мы не просто так никогда не взбирались по этой лестнице, но никак не могу вспомнить почему. На языке вертится. Ну и ладно. Была не была. Не просто так. Наверное, потому что она слишком высокая. И хрен знает, к чему прикреплена. Куда вы сейчас выберетесь? Что она все выше и выше, мне это не нравится. Но мы еще навернемся и падать будем долго. Смотрите, ребят, подождите. Вот блин, где же он? Только что был у меня. Кто он? Гектор, мой ручной камень. Клянусь, он только что был у меня в кармане. Нет. Гектор. Все, уронил. Наверное, он выпал из моего кармана, когда я отвлекся. Прости меня, Гектор. Мне следовало быть осторожней. А что такое? Это же просто камень. Не смей так говорить. Он не просто камень, он часть семьи. Не расстраивайся, я уверен, он скоро найдет скилл. Наверное. На это надеюсь. Жди меня, Гектор, и я найду тебя. Обещаю. Ой, помимо меча мы еще и будем камушек искать. Здорово. А это что? Это башка с позвоночником падает этого, которого мы ищем. Как его там звали? Да. А это толстая кишка какого-то гигантского монстра, который сожрал и высрал скелет его. И мы сейчас сами пробрались сюда. Капец. Не, подожди, это какая-то террария начинается. Мы в космосе? Не первый. Так, это тормозит что-то. Слабак вообще. Мы по лестнице всего лишь поднялись на другую планету. Вот ты, конечно, тюфяк. Ну и лестница. Она прям уф-уф. Уф-уф. Бесконечная. Уф-уф. Одну секундочку. Фу. Просто перевожу дыхание. Хотя нет. Дайте минутку. Ой, слабак вообще, потому что меньше отдыхать надо, больше спортом заниматься. Все, пошли. А здесь мы что ищем? Так, ты что за странное существо? Челе, челе. Блин, блинский. Я точно оставил свой япончик где-то тут. От меня что ты хочешь? Чтоб я его... Почему все заставляют меня что-то искать? Я вам детектив, что ли? Тем более бесплатный или что? Базила найди, япончик найди, мячик найди, камень найди. Не земли. Ничего себе. Ой, сколько вас тут всего, много, мало. Ой-ё. А, я вижу, за деревом прячется мудак какой-то. И она здесь. Как всегда, я тебе говорю, она нас преследует. А чего так много? Ни хрена себе.
Так, цветочек. Нельзя ничего сделать. Ладно, тогда пошли дальше. Так, машинка. Так, грабануть нельзя. Ну и хорошо, я и не собирался. Автомат с водой. Так, торговый автомат. Пустите. Ага, за 100 гребешков в газировку, ага. Так много человеков за сегодня. Вы, ребята, всегда обожали путешествовать по космосу. Понятно. Ты что? Гамбо. Счастлив. Понятно, это, видимо, местная принцесса-пупырка какая-то. Ладно, пошли наверх здесь. Ой, там автобусная остановка, давай посмотрим, что на ней. А, мы просто так прошли. Не, подожди, а что, нельзя? Остановка, похоже, она не работает. Ну, кто бы сомневался, наверное, потому что тут дороги нет. Она просто вверху на горе стоит, и все. Так, давай-ка подкрепимся. Это что вообще? О, да, космическая еда в тюбике. Хотите перекусить, да? Хорошо, хоть бесплатно. А вы с друзьями все чувствуете себя как новые, зашибись. Так, почта нет, я на это больше не поведусь. О, зеркало. Какие красавцы. Потрясающее зеркало. Твои друзья тепло улыбаются позади тебя. Так, кстати, у нас есть вода. А вода для лошадей. А что, попить нельзя? Так нечестно. Так, ты кто? Я вижу, что ты прячешься. Этот парень выглядит устрашающе. Хотите его потревожить? Он разыскивается, видишь, внизу. Ой-ой-ой-ой. Опа-опа-опа. Это накачанный кусок маленькая луна? А, то есть мы урон еще и по рукам ему наносим, а не по нему. Сначала одну руку победить надо, потом другую, потом его. Ух, ё. Слышишь, он меня ударил. Два раза. Три раза. Мимо, лох. А чё он три раза? А, ну, типа, левая рука, правая рука и его тело, голова, ноги? А сколько у него всего здоровья? Чё-то я не обратил внимания. Ну, по правой руке мы его уже довольно-таки много нанесли. Да хорош! О-оу. Так, и смотри, он нас не показывает. Ага, во, показывает. Давай, один урон сюда. Второй урон сюда. Так, сюда. Сюда. Да почему я постоянно по скобре выбираю, да? Так, а левую руку мы чё... А, вот, левая рука, наконец. Так, ну и отлично. Так, хорошо. Еще два урона мы переживем. Надеюсь. Фух, а море не сдался. А это сдался. Вот ты хлебушек, конечно. Атака, левая рука, атака, левая рука и атака. Ну а что, у нас есть другой выбор, что ли? Блин, главное, чтобы он больше по мне не бил. Хотя, может, я это бесконечный персонаж, что ли? У которого здоровье никогда не кончится. Но я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, левая рука, давай еще раз, на всякий случай, чтобы точно его добить. Так, первого не трогаем. Сейчас мы подкопим себе сил. И уже потом, когда будем окончательно с ним сражаться, тогда будем использовать. Ага, все отлично. Ну, один удар мы переживем. А, он даже не нанес его. Так, нет, это я не буду. Так, не-не-не-не. Ну. А, вот, подножка поставлена. 13 урон. О, ну, блин, это маловато как-то. Прям вообще ни о чем. Да хватит меня бить. Хм. А вы хорошо сражались, дети. Но вам еще тренироваться и тренироваться. В смысле, тренироваться и тренироваться. У меня еще два персонажа есть. Сфига ли вообще? Вы хотите попробовать снова? Да. Подожди, я не понял, это с какого вообще? Подожди, меня такое не устраивает. Ух ты! Так, пас херу это прям надо будет использовать. Это прям мощный удар. Не, подожди. Ну, по такому принципу он может остальных вообще не трогать. Чисто по мне бить. Нормально вообще. Ай, фу. Чё, надеюсь, это хотя бы плевок был. Так, мистер Луна что-то оборзевший? Я не понял. Какого хрена? Но этот, я думаю, уже можно по левой руке.
Так и правую мы уничтожили? Надеюсь, что да. Ну, мы много нанесли урона. Да, отлично. Да хватит, ну конечно, вот, он будет просто по мне бить. И зачем мне это? Давай его сюда на всякий случай. Нет, это не то. Вот так вот. Так, ну допустим. Но у него уже синяя рука, мы должны ее уже выиграть. Ух ты ж, ё! Ох, ё! Но у них осталось по чуть-чуть. Да почему мы его еще не выиграли? Так, ладно, этого, я надеюсь, хватит. Ну, блин, он реально может просто по морю лупить и все. Так, и что? Насколько мы выиграли? Заколебал. Так, ну сейчас хотя бы он не чисто по нам атакует. Спасибо и на том. Да, ну так мы, конечно, долго его будем уничтожать. Наверное, зря мы с ним ввязались в драку. Я ж видел, что он разыскивается. Он особо... А, он не атакует даже. Тогда вообще фигня. Я так понял. Какая чудесная демонстрация силы. Что это было? Увеличил свой... А ты что вообще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну хорошо, ты больше одного удара не можешь делать. Да, походу мы сейчас опять проиграем, и тогда уже не буду снова пробовать. Что, ну, видимо, мы его не осилим. Только, пожалуйста, по нему бей, не по мне. Ах ты гад. Ну хорошо, у меня последняя попытка еще есть. Которая мне явно не поможет. Да. Хотя, может, не последняя, если он по нему, по келу нанесет удар. Фух. Так, ну давай. У меня последняя попытка. И я сомневаюсь, что она хоть что-то даст. Ай! Что такое? Ладно, пока он слабоват. Зря я, конечно, против него пошел. Но я должен был попробовать. Вообще, я не ожидал, что мы будем драться. Я просто думал, поговорим и все. Хотите попробовать снова? Да не, знаешь, чуть-чуть желание после второго раза как-то отлетело. То есть... У тебя... Ты вылетаешь с игры, когда... Серьезно? Хотел же сохраниться там. Почему нет? Капец. Ну хорошо, мы недалеко хотя бы ушли. С правой стороны прошли, там ничего мы не узнали. Но одного кролика победили, хрен с ним. Пусть живет. Капец. А это так, что ли? Ну спасибо, хоть сохранение в игре есть. Если бы не было, это вообще было бы жесть. Если бы я знал, что вот так вот все будет. Хотя у меня были бы подозрения, но я думал, ну нет, ну не может быть. Так ты смотри, как. Офигеть. Да. Сохранение тут, конечно, надо почесть. Вот я тебе говорю, перед битвами с кем-то надо сохраняться. Плохо, что тут нет сохранения в меню. Надо именно бежать до нее. Да, давай, 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 пошли. Блин, это же они еще идут. Не, с руками? Да, вроде держится за лестницу. Так, я помню, ты говоришь, нельзя так высоко забираться, но я не помню почему. Сейчас они поднимаются, тот уронит камушек, и мы пойдем опять. С двумя мы поговорили, лестницу мы осмотрели, соответственно, там ничего у нас не было. Да-да-да, подождите, а блин, вот же где, конечно, камушек, это я помню. А я уже даже не знаю, с кем из них можно общаться, чтобы мне опять не прилетело. А, да, мы же там еще нашли этого попугая или кто там он, который говорил, ой-ой-ой, я потерял апельсин. Или что он там потерял. В любом случае, мне тоже надо искать. Да, это как-то несправедливо. Да, вот башка Бейзила полетела. С его позвоночником. Да-да-да, это я помню. Справа будет скелет динозавра, слева какая-то комнатка. Хорошо, поднялись наверх. Сейчас, куда вот, я только не помню, вправо мы шли или вверх, вверх, потому что тут нет права. А, сейчас этот будет. Вот меня тоже бесит лестница, лифт нельзя поставить, или эскалатор хотя бы. Тоже за весь день, пока побегаешь по этой лестнице, заколебешься уже.
А все, я тебя помню. Да. Ты это все уже говорил. Все же в глазах потемнело. Давай. Так, ладно, с двумя мы пообщались. Один нам даже влепил таких сочных. Конечно, не очень-то, честно. Надо, видимо, сильнее прокачаться. Если бы я еще понимал принцип этой прокачки, блин. Надо по снаряжению посмотреть, что у нас. Может, в этом прикол? Так, давай-ка побежали. Вот сейчас там возле сохранения отстанем. Кстати, восстановиться надо, да, потому что... А, мы там с кроликом дрались-то. А в этот раз не дрались. Ну ладно, пускай похавают. Угу. А теперь посмотрим, что у нас за снаряжение. Так, у тебя на море. Блестящий нож. А почему амулет нельзя? Нет, а у нас не на что менять. Но в любом случае, да, и чё толку? А мы можем снаряжение, что ли, всего один раз использовать, что ли, и все? Издает странный звук, когда его сжимаешь. А зачем он? А, понял. Браслет. Понятно, то есть это вообще ничего не дает. Навыки, кстати, можно прокачать? Давай-ка... Вот этому надо прокачать, потому что он вообще говно. Останавливает другу 75%. Сердце можно использовать вне битвы, стоит 10, да, сейчас. Действует первым, уменьшает получаемый урон на один ход. Вот это нормальный массаж, снимает эмоцию друга или врага. Нет, давай массаж. А, это... Я понял, то есть это не прокачка. А хоть как-то их улучшать можно, не? Хоть как-то. То есть, я так понимаю, нельзя. Зашибись, зачем нам тогда столько монет нужно? Давай на почте посмотрим, есть что? Продают? Да-да, здравствуйте, уважаемый клиент. Добро пожаловать в магазин, хотите что-нибудь купить? А ну давай посмотрим. Так, Амарич. 50 сердца, такой себе газировка. 25% сока, сока друзьям. Наносит урон врагу и понижает его защиту. Вот это вот интересно. А, есть ноль, в смысле уже закончилось? Вот ты, конечно, падла. Не, а я не люблю, когда ценники есть, а товара нет. Слышишь, выпендривается он уже. Хотите сохраниться? Да, хотим. Тогда на этом все. Все ссылки в описании. Чтобы вы не пропустили, чтобы я продвинулся. Также подписывайтесь на канал. Ждите следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.